Встречи – это очень важные события. Они могут привести нас в соприкосновение с добром и со злом. Они могут открыть для нас новые горизонты жизни, а могут разрушить то, что мы имели. Встреча – это всегда вызов и некая опасность. С одной стороны и с другой стороны новые возможности и новые перспективы. И как важно, чтобы те встречи, которые у каждого из нас происходят в жизни, и последствия которых бывают очень существенными, чтобы эти встречи никогда не уводили нас с правильного пути, с пути, который ведет к Богу. Чтобы встречи не были искушением, а открывали новые возможности и давали силы к достойному прохождению жизненного пути.